Сейчас лед у берега Свияги не достигает больше 5 сантиметров. Но, несмотря на это, река уже привлекает детей, подростков и рыбаков. Ранний выход на лед и игнорирование элементарных правил безопасности может привести к трагедии. Данный ледяной покров, как и ежегодно с наступлением первых минусовых температур, не является достаточно прочным для того, чтобы выходить на акватории. Температура в области пока неустойчивая. Днем плюс, ночью минус. Поэтому и лед неоднородный, хрупкий и пористый. Напомним, что безопасным считается лед с толщиной более 10 сантиметров. Городская служба спасения и сотрудники управления МЧС регулярно патрулируют акватории рек. В местах возможного выхода людей на лед установили 42 запрещающих аншлага, а также 9 шлагбаумов, препятствующих заезду автомобилей. В настоящее время на территории региона действует норма, которая закреплена в кодексе об административных правонарушениях, об ответственности за выход на неокрепший лед в период ледостава. Также установлены санкции. Теперь за нарушение запрета выхода на лед в периоды ледостава КАП Ульяновской области позволяет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей. Поэтому спасатели призывают родителей не выпускать детей на лед, а любителям подводного лова рекомендуют повременить с рыбалкой. Анна Тищенко, Улправда ТВ.